Угадайте, кто снова с вами? Естественно, с вами снова я, Марина. И снова я решила продолжать вещание. Воскресный вечер просто не должен пройти так просто. Впасть в лету, хочется что-то снять для вас. Тем более в Буженинова разыгралась стихия. Вот гром гремел, молния сверкала, пока я поторопилась вынести мусор и покормить котят. И вот началось. Я, короче, выношу мусор и чувствую, уже первые капли дождя ударили. И я пошла домой, пока я к себе поднялась на свой этаж. Дождь, короче, полил и залил весь пол. Я вхожу на лоджию, тут же я подскальзываюсь от того, что все залило дождем. Не знаю, вот капли на сетке и все такое дождливое, все такое капельное. Я так люблю дождь, я немножко приоткрою, все равно пусть немножко будет посырее, но хотя бы будет посвежее, потому что тут, блин, на полу сырость, цветы тут, не знаю, уже вянут, наверное, от жары, потому что в последнее время просто была тропическая жара, и даже цвел щучий хвост, он, я все время хотела снять, но все время как-то времени не было, и вот он отцвел. Он цвел и прекрасно пах. То есть я как-то вечером захожу на лоджию и чувствую запах прям такой суперский стоит, как будто кто-то разлил. Именно не просто напшикал, а разлил дорогие французские духи. А потом выяснилось, что это просто так пахнет цветки щучьего хвоста. Щучьего хвоста или тещин язык, как его еще называют. Он сейчас отцвел весь и опал, осыпался. А прям такой запах, как вот я бы хотела такие духи. Если бы я нашла духи с таким запахом, я бы их купила. Но он отцвел и начал вянуть. То есть тут я вот смотрю, целых два. Вот этот стал желтеть, а за ним еще один. Не знаю, может быть, он не любит таких прямых ярких солнечных лучей, потому что на лоджии было жарко. Хотя вроде растение тропическое, как и кактус. А кактус активно плодится. Вот. Но, может быть, ему не нравится, потому что тут солнечная сторона, и тут жутко жарко, тут как в тропиках. Поэтому тут обычно балдеет мексиканский кот лысый, потому что ему нравится. Он, наверное, вспоминает Мексику и думает, ой, неужели, как я хочу опять в Мексику, где жарко, где растет кокаин. Да, Лёсик? Лёсик убежал, ему не понравилось, короче, что тут такие дожди. В общем, что я еще могу сказать? Я купила новый холодильник. Получив деньги, я купила это чудо себе. Новый классный холодильник, а старый, соответственно, остается доживать на балконе свой век и ждать, пока его вместе со стеклами и с прочими ненужными вещами дядя Руслан отвезет на дачу и что-нибудь там с ним сделает. Тут любопытная кошка идет, что там происходит, а там стихия. Иногда во время дождей и гроз тут, короче, отрубается электричество, и я бросилась заряжать свой фонарик на всякий случай, потому что тут такое было как-то после огромного, просто прогремел, но это не просто был дождь, это реально прогремел взрыв просто, и молния так сильно ударила, что, короче, вырубилось электричество у всего Буженинова. Люди вышли на улицу, так ходили как-то бесцельно. Это как раз было на майских праздниках в 2013 году. Вот. И потом приезжал экскаватор, копался тут и выкопал огромный, вот тут вот прямо перед моим домом, он выкопал огромный с руку толщиной кабель, который сгорел в земле, видимо, от удара тока. Вот тут, блин, застучали капли прямо на гофру. И даже кошка в шоке, и молния сверкает. В общем, я, наверное, закрою это все. Так, сейчас мне придется, наверное, положить смартфон, чтобы это все закрыть. Считается, что...